Один из этапов работы над вашей психосоматикой, над вашей раскачанной вегетативной нервной системой, ВСД, тревога и прочее, есть работа в одном важном блоке моих занятий. Этот блок занятий называется «Владеть эмоциями». Когда я спрашиваю вас, что такое владеть эмоциями, вы говорите, это их сдерживать, это успокаиваться, это сидеть спокойненько, медитировать. Друзья мои, вы видели, как я сейчас рассказывал? Я владею своими эмоциями, я создаю свои эмоции. Владеть эмоциями – это создавать эмоции. И эти эмоции, которые я создавал сейчас, немножко насмехаясь над вами, они владели мной не в плане раскачанной вегетатики, а в плане уверенности, некоторой наглости и наезда на вас. И я уверен, я умею это создавать. Поэтому этот этап не пропускайте. Этап владения эмоциями. Там есть несколько важных занятий. Я их просто перечислю, а вы будете брать. Вот у меня ролики есть про эти этапы. В роликах и выполнять. Первое – это разговор с предметом, создавая артистический сюжет. Второе – это кривляние перед зеркалом. Тогда, когда вы занимаетесь некой пантомимикой, эмоциональной мимикой, движениями, посмотрите, как я это делаю. И третий, особенно важный этап в этих эмоциональных делах – это съемка себя на видео. Это самое важное – снимать себя на видео. В общем, включайтесь в этот марафон занятия с владением эмоциями артистическими.